ЦСКА втягивается в сезон через локальные трудности. Нандо Декола все еще вне игры. Диметрис Николс получил повреждения. А проблемы со здоровьем Виктора Хряпа и вовсе изменили концепцию перед первой серьезной проверкой сезона. Армейцы отправились в Краснодар с нехваткой форвардов и готовностью познакомиться с новым локомотивом, который уже к первым матчам осени набрал отличный ход. Для нас это первый выездной матч сезона против очень уважаемого соперника «Локомотива», в котором за лето произошли серьезные изменения. Им точно не приходится завидовать составу клубов Евролиги. У них очень опытная команда. Пока они выглядят здорово, но мы проанализировали их последние матчи и приехали в Краснодар с огромным желанием сражаться и найти способ, чтобы заставить их чувствовать себя неуютно в собственном зале. Мы постараемся использовать все шансы, чтобы выйти из этой дуэли победителями. Давай, Миша! Здравствуйте! Судя по первым матчам сезона, «Локомотив» и «ЦСКА» готовы оформить себе статус главного противостояния всего сезона. Команды сумели сохранить прошлогодних лидеров, добавить к ним звезд, известных по обе стороны океана, и, конечно же, важный факт – сменить тренерский штаб. Стартовая дуэль «Локомотив-ЦСКА» стала и первой серьезной проверкой для Сергея Базаревича и Димитриса Итудиса. Оба тренера приготовили друг другу сюрпризы, вытаскивая козырные карты из рукавов без остановки, показывая широкую ротацию и желание рисковать. Баскетболисты уловили посыл со своих скамеек и раскрепостились. Разрушительная защита сменялась на огненные атаки. Баскетболисты не боялись бросать в начале владения, рисковать и просто наслаждаться игрой. «Лока» смотрелся немного свежее и острее, «ЦСКА» отвечал основательностью и порядком. Но все расклады и комбинации разбивались страстью игроков. Шикарные блокшоты, фантастические броски и желание каждый эпизод закончить красиво. Переполненный баскет-холл был доволен. Поддержки зала замечательные, так что тяжело остановить соперника, когда он играет у себя дома и ловит кураж. Все равно есть над чем работать, если посмотреть видео, много ошибок, безусловно. Но команда старалась, никто не расслаблялся, все верили в победу, играли до конца и выиграли. Настрой боевой был и настраивались, можно сказать, наверное, еще до даже Калева. Вот, готовились к этой игре, но все равно было много ошибок. А глупые, казалось бы, потери в итоге стали лишь украшением этого осеннего баскетбола. «Локомотив» все время пытался разыграть большинство, веря в миф о шестом игроке. Вот Евгений Воронов уже дает пас своему тренеру, а Дилейни ищет партнера-призрака в краске. Такая страсть разбудила Милоша Теодосича. От внешне флегматичного и сонного плеймейкера не осталось и следа. Лучший игрок континента по версии чемпионата мира показал свои лучшие качества, не позволив сопернику уйти в отрыв. Издевался над защитниками в своем любимом стиле и самолично вывелся из вперед. И вновь достали привычный сценарий, когда армейцы спасают проигранный матч за счет уверенности и хладнокровия. Не согласился с этим Максим Григорьев. Положил 5-3 через руки защитников, выдал лучший матч в карьере и собственноручно вытащил команду из ступора третьей четверти. Козырей у Итудиса к этому моменту уже не было. «Локомотив» заводит пружину интриги уже на старте чемпионата.
дали подбор на своем щите. Много ребят подобрали на нашем кольце с отскоков, с разменов. Подобрали через наши головы. И, конечно, сегодня превосходная игра Максима Григорьева. Не могу его не отметить. Вышел и прибавил, и, так скажем, и в ритме, и в темпе, и в забитых бросках. Молодец, очень хорошо сыграл в нужный момент. Проявил свои капитанские качества и вывел команду вперед, повел за собой. Будем только так поступать. Стараться будем, по крайней мере. Будем давать максимум того, что можем.